Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко, вы смотрите «Самарские новости спорта». Хоккеисты ЦСКА ВВС поборются за Кубок Рязанской Федерации Хоккея. Марафон «Белые ночи» вновь покорился тольяттинским бегунам. Самарские спортсмены удачно выступают на Сурдлипийских играх. В турецком Самсуне завершился очередной соревновательный день летних Сурдлимпийских игр. Это спорт глухих. По его итогам спортсмены Самарской области стали обладателями двух наград. Ксения Калибина завоевала золотую медаль в велоспорте маунтинбайке в дисциплине кросс-кантри. В борьбе за первое место она одолела соотечественницу Марину Исламову и велосипедистку из Японии. Илья Кудрин в том же виде программы финишировал третьим, отстав от победителя на 2 минуты 46 секунд, а от серебряного призера всего на 1 секунду. На данный момент в активе спортсменов Самарской области 7 медалей Сурдлимпийских игр – 3 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых. В этом году марафон «Белые ночи» собрал в Петербурге 10 тысяч профессиональных спортсменов и любителей из 65 стран мира. Забег проходил на двух дистанциях – 42 и 10 километров. Для старта и финиша всех участников была выбрана Дворцовая площадь. Первое место на дистанции 42 километра среди мужчин занял профессиональный марафонец из Тольятти Юрий Чичун. Среди женщин тоже победила представительница «Автограда» Надежда Лещинская. Оба спортсмена повторили прошлогодний успех. В 2016-м они также стали победителями «Белых ночей». Причем Юрий Чичун улучшил свой результат. В прошлом году он пробежал марафонскую дистанцию за 2 часа 20 минут 27 секунд, на этот раз за 2 часа 19 минут 45 секунд. В составе участников традиционного предсезонного турнира на Кубок Федерации хоккея Рязанской области, который пройдет в Рязани с 8 по 10 августа, произошли изменения. По техническим причинам на турнире не сыграет воскресенский «Химик». Вместо него впервые примут участие хоккеисты ЦСКА ВВС из Самары. Также обнародован календарь предстоящих соревнований. Напомним, в них помимо хозяев и ЦСКА ВВС примут участие хоккейный клуб «Саров» и воронежский «Буран». Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи!